Чё крутим? Ита? Конечно. А, Ита? Конечно, Ита. Я просто с боевого пропуска будем. Чё, 10-5? Погнали? Давай, как хочешь. Погнали, 10. Давай. Сразу с жирного. С первой крутки чисто. Не-не-не, насрано. Эпик. Ой, зачем да издёргать? Не, у меня тут... Ой, чугун. Чугунь. О, последняя конста. Да? Да. Последний кастрат. Кастрация. Кастрация. Нет, давай попробуем. А я что-то не знаю, я скипнул, что-то не знаю так. Нужно... Не, ну нужно хронометраж. Тоже верно. Насрано. Да эпос сам... не падает, эпос имба, блин, я никогда не думал об этом. Молодец. Синяя летит. Ой. Голубой. Отлично. Голубой? О, нет, фигня. Офигеть, фиолка выпала. О, церемониальный двор. Прини счета. Да. Прини Егор, это ж пипец, это же очень много круток. Че, 10? Да, вроде. Да. Все, голда должна падать. А что вообще под ним открывать? Нет? А че нету голды? Хронометраж растягивается. Хронометраж. Зачем? Параш, параш. В смысле, зачем? Блин. Видос по 5 секунд. Тогда. Ну, с половиной. О, я угадал, чугунь, реально. Кэшбэк. А это хорошо, что тебе он, да, упал? Кэшбэк. Сколько тебе за него дают? 5 всего? Сколько его? Мало. У него все, закончился он уже. Фул. 6. С6. Он был, когда хутаум открывали. Слушай, сейчас будет как с хутаум, мне кажется. Не будет падать? Лукомогусу еще скажи. Так я вспыхнул. Лукомогуса. Доволен. А че так, блин, много? Алло. Трачим. Почищу, Тигр, ты так долго, конечно, накопил. Нет, переговор, блин, он же давно должен выпасть. У меня там где-то было 60-50. Ну, видимо, до фулл, до 90. Эпос, кстати, вроде упал. 30 уже. Потратили, 30. Ну что, сейчас точно десятку крутим. 30 уже, да. Ну все. Так у меня еще и 50 на 50 просто. А я на казаха я еще хотел немножко. Слушай, чуть-чуть не падает. Еще один сейчас мороженчик будет, смотри, чекай. Не надо мороженое. О, копье. Кайф. Фавония. Фавония. Имба. 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 Эпос имба. Угу. О, еще один. Еще один последний. Егор, ты что их так налутал? Уже три. Мне будет жалко. Три сразу. Биберса. Так. Давай по одному. Блин, кстати, гору ни одного не выпало и этой куки. Блин, показалось. Куки. Ам-ням-ням. Блин, чё за... Зачем мне нужен? Блин, жестко. Чё, он выпадает, если у тебя шесть? Ладно, Егор, ты хочешь? Я сейчас лукомогус выпаду. Лукомогус? Что ты, блин, нормально. Сейчас должно уже падать. Короче, что-то вообще не дал. Почему? Ты уверен, что там все правильно было? Да. Прям считал? Посчитайте еще раз. У меня больше, уже больше 60, алло. Чё, Егор, ты, по-моему, не досчитал, нет? Почему? Мы уже больше почти... Ты неправильно крутанул. А, нет, все правильно. Правильно. Ты неправильно крутанул, можно неправильно крутануть. Ты неправильно крутанул. Не, просто мы же это... Сначала 10, потом 5. Тоже верно. Блин, что-то пока... Пиздец. Ну здесь точно уже должно быть. Ну сейчас выпадет, сейчас выпадет. Только как возможно... Ура! Лукомог! Чича! Лукомог! Чича! Лук, а, могу! Гачи-мучи, мэн, выпал! Зачем? И лук давай еще! Скипай уже, скипай, да в смысле, лук же нужен! Мороженчик нужен! Ой, блин! Да блин, ну чё не лукомогус? Дань, ты тоже печально! Иди нафиг! Я тебе сейчас, блин, насру руку лукомогус! Я сру руку! Егор, не забывай, я могу! 50 килограмм на воду! Давай дальше, Дань, давай дальше! Не-не-не-не-не! И да! А тебе Егора не нужен? Гора нет. А Гора нужен. И Кукич. И Куки хочу. Кукич. Это кто, это легендарки? Нет. Че ты вздохнул? Я тебе дышать запрещаю. Ну, иди нахуй. Кстати, это же моя первая 50 на 50, которую я выиграл. Да, блин, жестко. Ура, я рад. Если бы тебе выпал лук, а мог сказать? Нет, когда сотка была, я 50 на 50 получил. Ну как так-то? Я вообще не знаю, что такое 50 на 50. Всегда выигрывал, видимо. У меня тоже никогда не работал 50 на 50, чувак. Давай, как? 50 на 50 как это, то есть, либо как обычная лего. Ты же блин! Отморозок падает, жесть! Реально?
Че, еще крутим? Да, да, получается. А прикол, знаете, в чем? Казах. Фигал, да, выпадет, блин. Прикол в том, что ни разу еще не выпал никто, кроме... Да! Да, да, да. Давай, мороженщик. Ну, эпосы падают. Эпосы. Эпос мороженщика. Реально. Блин, там мороженщик, я тебе серьезно говорю. Ну, я считаю, это победа. Может, по 10 сразу? Да, 10 мороженщиков. Давай скипай сразу, скипай. Думаешь, так лучше будет? Да, скипай. Тут еще книгу смотрю. Книжка. Может, дальше? Может, оружие все-таки? Нет! А у тебя оружие есть на него? Да. Че, погнали дальше? Меня в прошлый раз заскамило, давай. Скамило? Блин, а мобус выпал. Блин, мне кажется, тебе второй выпадет, прикинь. Да тут не выпадет. Дань. Думаешь, выпадет? Да, не думаю. О, ура! Ура, не мороженщик. Блин. Yes. Тубина переговоров. Отдайте мне мороженщика, пожалуйста. Я его собираю. Да забирай мне, дайте. Кукич, дальше? Дальше? Пофиг. Зачем тебе псина, если ты с ней играть не будешь? Не, серьезно. Она нужна для Ита. Гачимен. Колда. Блять. Лукомогуса. Нет, у меня 50 на 50, Дань. О. Реально Лукомогуса. У меня же задержка, нет? Нет. О. Ушел. Лукомогуса. Тут кто-то ушел, не выдержал. Кто ушел? Стой. Кто ушел? Лер. Нет, тут. А, окей. Блин, Егор. Граница мира ушла. Дайте делюка. Делюка, думаешь? Дайте Лукомокс. Тут делюк. Сейчас золотой чугун! Блин, он самый последний там. Последний. Блин, Я же говорил, второй гачимен. Да зачем тебе он, я не понимаю. О, Егор, это тебе реально кэшбэк. И Кукич еще выпал тебе. Дайте псину. Кэшбэк. Слушай, это тебе реально за все твои грехи, за все проблемы. И на это. Еще дальше? И на то. Дальше? Погнали. Сейчас еще третий Ита будет. Слушай, десятки на этот раз лучше заходят, чем единички. Фух. Дайте псину. Собака. Конечно, да, пес нужен. Да, собаку. Требуем собаку. Требуем пса. Полгало. А, все. Извиняюсь. Все. О, псина выпал. Ура, псина. Причем последний. А, нет, не последний. О. Нормально. Еще все? Слушайте, уже не скам, уже не кам. Тебе вон еще сколько примагемов осталось. У тебя разве не было этого гора? Он не крутил несколько... Нет. Это, у него это... Я не мог просто жить. Он сдерживался. А, у Веталя есть гора. У Дани тоже есть. Погнали дальше, Дани. Кого? Ита? Да. Че, псих? А чё десятку, давай. Какое у тебя оружие на него? У меня есть оружие. Если, блядь, мне сейчас еще один Лукомогуса, то я это... И камом с крыши. Ну ладно, погнали. Да. А чё, вы три Ита, нормально. Не, у него конста первая очень хорошая. Слушай, голда выпала. А чё так часто? Да всё. Чеча. Зачем тебе чеча? Так у него есть. Ну ладно. А там еще голда еще есть. А хотя бы 50 на 50 проиграл. Будет 100%. Чего на Лего будет? Чисто для Лиги потом. Да не, не будет. Я не настолько удачливый. Чтобы десятку... Так это Даня же удачливый. Не ты же крутишь, ну. Ну мой аккаунт. О, псина. Вот моя легендарка. А тебе пса надо качать же, да? Точно. Да не будет, блин. Лукомокус, ну давай Лукомокус, ну пожалуйста, ну Лукомокус. Ну Лукомокус, пожалуйста. Обдристный самый лук. Мой главный хейтер. Да. Мои подписчики на меня не насрать. И главный любитель того видоса с Хутао. Я кстати его даже не смотрел вроде. Я не типа со своего. Ой, слушай, ты тебе реально везёт. Уже начало, ну собака начала выпадать. А тебе за всё, за все эти грехи. А там, по-моему, четвертая конста нужна ей прям хорошо. А почему тебе мороженщик не понимаю, не Лукомогуса, устал, не мороженщик. Устал. Ну давай, ну хоть хотя бы мороженщика дай. Иди сам играй, выбивай себе Лукомогуса. Иди сам мороженщик. И мороженщика. Ну ладно, мороженщик хотя бы ему консту добил последнюю. Добил дебила.
О, у тебя ржачный лук. Ржачный. И мороженщика. Ладно, пофиг уже. Че дальше? Дальше че? Да пофиг уже, все добиваем. Да пофиг, добивай. Тебе прям гора нужен, да? Да. Не, ну, блин, три леги, учитывая то, что... О, Тамара выпал. Тома. Нифига ты. А у тебя его не было? А, нет, был. Нет, его здесь не было. Точно. Он мне выпал тогда два раза с хутау, и все. Ага. Мне он, кстати, очень нужен. А кем ты играть-то будешь? Забирай. Так, у меня несколько пачек, чего нет. Ладно. Вообще нет. Последнюю. Почему нет, там он еще будет дальше? Есть и примагема. Да, у него же там кэшбэк. Кэшбэка навалило. Поэтому как бы еще куки. Это о, еще есть. Куки. Это кто вообще такая? Давай, баба новая. Кто такая дура? А ты не проходил? Я вообще в Генсе не играл. Нет, он проскипал. Алёха вообще забил. А. О, горочек. О, собака. Да зачем тебе, я не понимаю. Ущемись, Лёха. Что делаем, Чёрбан. Кэшбэк? Как это делать? Давай кэшбэк. Сначала синий, давай сначала. Я помню. Синий сначала? Погоди. Синий кэшбэк. Голубой. Какой? Вот это покупай, всё. Всё покупай. Ага. Голубой кэшбэк. Да, как это, Лера. Не хватает кэшбэка. А, я купил, походу, он был. Давай теперь золотым, чё. Да. Какие? Розовые, конечно. Эти? Да. Так это сине-фиолетовые. Ну там преобладает розовый. Преобладает розовый. Погоди, художник, там синий. Он Егорь. Давай, вот эти. О, крути. 5 синих. Да, Лера, пятерочка. Голубые. Лера, молодец. Молодец, Лера. Я вообще всех голубых на 5 оцениваю. За что он голубых? Реально ни за что, согласен. Спросите, за что? За собак. Корейцев, что ли? За чугунов, бля. За собак корейцев. Егор, чугунов сексолог. Давай, погнали. Что, Егор, сексолог? Сексолог? Что? По чугунам. Ладно, странное у тебя представление. Это не я сказал, это он! Я знаю, я не говорю, что Лера, у Леры странное представление. Типа, Егора влечет к чугуну. Типа, чугуны меня влечут к меня. Я не знаю. Чугуны меня влечут к меня. Но умно. Я смотрю, волосатые мужики тебе тоже идут. Целых два. Да, кстати. Ну, блин, ты не видела, когда я это... Волосы отращивал довольно длинные. Ты тоже был волосатым мужиком, да? Прекрасно. Немножко. Немножко волосатый, да. Понятно. Немножко. Егор волосатое масло. Сам. Блин, у нас будет видос просто про чугунов. Дань, вот. Да. Про чугунов и, блин, Лёху и амогусов. Хоть и, блин, не было амогуса ни разу. Про чугунов и Лёху. Да. Дальше. Который очень хотел ржавых. Дальше, давай, дальше. Ой, блин, чё? А ты знаешь монстера? Конечно. А ты пьёшь монстера? О, галда. Не могу. Дайте делюка. А, тут же Ита 100%. А, да? Да, у нас же Чича выпала. А амогуса не будет? Нет. Как грустно. Никакого даже эффекта. Блин, а я хотел Идилюка. Мне тут, блин, Ита попадается постоянно. Гачи Ита. Ну что, у тебя Ита С2? Ну, блин, получается, да, жесткий сейчас будет Ита. За а раз. Блюсик за раз. Давай. Да, кстати. Подтвердить. Ты что, псих? Давай. Это донат? Нажимай. Не, это забыло давно. Погнали. Забыла давно. Погнали, чё? Ёбаный рот. О, давай чугун. Мне больше не больно. Больше не больно. Чугун! Блин, вот два подряд бы выпало, а тут было бы круто. Дайте тебе столько чугун. Так мне два чугуна подряд выпало.
Нет, прям вот в этой десятке. У тебя вообще один чугун есть, что ли? Я считаю, это несправедливо, если ты собрал шестерку чугунов, зачем тебе еще? А у тебя можно еще один, можно еще одну, дай. Думаешь, это опять будет? Чугун, baby, don't hurt me. Don't ember hurt me. Now. Эмбер? Эмбер hurt. Срала на кровать Джонни Деппа. Она срала на тебя Джонни Деппа. И она проиграла в суде, и оба ссали еще раз. Вы не будете эти крутить? Все, нет. Бля! Егор упал. Егор нищий. Сам такой. Чича. Чича. 7. Если чугуна считать чичой туда, там C17. Ты БНТ докачиваешь до 6? В смысле? Не надо.